Сегодняшнее утро выдалось спокойным. Можно выпить чаю, пообщаться, поделиться новостями. Ребята живут практически одной семьей. Их дружба проверена в боях. И пусть этот бой с огнем – победа только за смелыми и мужественными людьми. И каждый из них знает, рядом есть товарищ, который в случае необходимости подставит свое плечо. Чтобы каждый в звене, в дыму, да, знал, что я иду, сзади меня есть товарищ, сзади него есть товарищ, который идет и видит меня, меня контролирует. И если в случае есть там обрушение балки или кровли, товарищ, который сзади меня, сможет меня вытащить, спасти меня сможет. Начальник караула Максим Иваненко, старший в команде, рассказывает, что привыкнуть к ежедневному экстриму невозможно. Конечно, бывает страшно, мы же все люди, да. Вы попробуйте там зайти в огонь, не зная, что там дальше. И ты же еще несешь ответственность за своих людей, которые идут за тобой или впереди тебя. Ты несешь ответственность, даешь приказы какие-то, ты должен все это оценить, подумать, как это все сделать, справишься ли ты один, вызвать тебе необходимо силы. Диспетчер Галина Воронкова 3 года служит в 28-й части. Именно она тот человек, который первым узнает о чрезвычайной ситуации и помогает скоординировать дальнейшие действия. Главным в своей профессии Галина считает умение выслушать, успокоить, задать правильные вопросы, чтобы уточнить важные детали происшествия. Ведь иногда люди звонят в состоянии паники, страха и тревоги. Разные люди бывают, поэтому как бы все равно мы стараемся не грубить. Нормально с ними разговаривать. И если мы будем сами паниковать, мы сами не поймем, куда нам нужно ехать и что делать. 2 года подряд, в 2019 и 2020, Видновская пожарно-спасательная часть была признана лучшей в регионе. Таких высоких результатов, как признаются спасатели, они добиваются благодаря взаимопониманию и доверию в команде. Все настолько слажено, и это взаимосвязь, это у них понимание, да, друг друга, оно выходит за рамки службы, тут многие потом встречаются, общаются, да, там кто-то с семьями дружит, кто-то кого-то крестным становится. То есть настолько служба выходит за рамки нашей пожарной части. Здесь в пожарной охране все стараются жить дружно, потому что здесь все зависит от взаимопомощи. Здесь, начиная с утреннего завтрака, все сидят и кушают, можно сказать, с одной тарелки. И заканчивая сдачей дежурства, все идет как-то все вместе, все приходят на работу и уходят все вместе. В прошлом году наши спасатели оказались на 4-м месте. Но это тоже очень высокая оценка, принимая во внимание то, что в рейтинге участвовало 44 пожарно-спасательные части. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.